В Приморье поставили первые прививки вакцины «Эпивак Корона» от Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Партия из 800 доз вакцины предназначена для 400 человек. В их число входят люди из групп профессионального риска – это сотрудники Роспотребнадзора и медработники. Ну, я решил вакцинироваться, потому что я врач, и я контактирую иногда и с больными людьми, поэтому хотелось себя каким-то образом обезопасить. Вдобавок у нас появилась такая возможность замечательная в виде вакцины. И поэтому я согласился. Я слушал мнение ученых, тех, которые принимали участие именно в создании данной вакцины. И они заверяют, что никаких тяжелых последствий быть не должно. Вакцинация пациентов проходит в два этапа с интервалом 2-3 недели. Только после этого может быть исследовано количество антител. В Роспотребнадзоре заявляют, что прививка создает иммунитет минимум на полгода. Данная вакцина, в отличие от других, обладает высокой степенью безопасности и эректогенностью, что обусловлено ее составом. То есть она не содержит в себе возбудителя инфекционного заболевания вируса. Вакцина является пептидной. Она состоит из пептидов, это участки белка вируса, которые не могут вызвать инфекционное заболевание, но они стимулируют выработку иммунитета, формирование иммунитета и выработку антител против возбудителя. Массовая вакцинация населения вне зависимости от профессии должна начаться в 2021 году. Еще в декабре в край пришел препарат «Гамковид-ВАК», известный как «Спутник В». Он предназначен для иммунизации более 5000 приморцев. Сейчас в медучреждениях формируют листы ожидания для добровольцев на вакцинацию. Алина Черненко, Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.